Так, ну что, парни, значит, и вот я в гараже, вот я вам показываю, как оно смотрится на велосипеде, вот это крепление, ну и первые минусы, сразу же, сходу пошли первые минусы. Во-первых, верхний лапоть, он большой под телефон, да, то есть его надо либо назад сдвигать, чтобы сумочка дошла до самого края, ну до края может не надо, потому что будут мешать переключатели, да, ой, что-то у меня одной рукой, вот, то есть, видите, переключатели уже рядышком, да, ближе не поставишь, вот, значит, следующий минус, ну, держится оно неплохо, да, вот крепление вокруг передней вилки, как бы, нормально, следующее крепление, которое снизу, да, я его запустил вот так сюда, вот, оно уже так, ну, зашло, держится, да, как бы тут такого оно ж, вот, а вот это, да что ж у меня такая съемка неудачная, вот, а здесь последнее крепление, его не закрепить вообще никак, вот смотрите, то есть вот здесь длины не хватает, да, через эту раму, но и оно как-то некрасиво. Оно в самом низу, а сверху вот здесь, чтобы вокруг рамы, да, его не сделать. То есть, вот он всплыл, первый минус, да, то есть, как закрепить, надо что-то здесь, пенопласт какой-то, кубик такой большой подкладывать и снизу под него, чтобы прижалось немножко к раме, ну, чтобы вот этот край не болтался, потому что тут держится, ну, нормально, вот там снизу оно держится, да, вот тут будет держаться там, ну, чтобы не болталось, хотелось бы здесь зажать, как бы оно и так никуда не денется, оно через раму, но... Как бы вот такой нюанс. Следующий нюанс. Этот большой лапоть. Он впритык. Вот я вместе с ним закрепил. О, качественно прилепил. Вот. Вот я его отодрал. И оно, видите, стало свободным. Оно сейчас подъедет, да? И просядет этот шнурочек. И обратно ровно я уже не закреплю. Уже оно сдвигается. Видите как? Вот. То есть всегда будет вот так. Немножко сдвинутое. Либо отодвигать это крепление... Тогда оно немножко как бы болтается. Так, что-то он решил убежать от меня, велик. Вот, короче, держится не идеально. Надо что-то додумывать. И еще один минус. Еще один минус. Как мы понимаем, все трубы полукруглые, да? А тут было плоским, пока было новым. Вот сейчас я его повесил, чуть обжал. И уже, видите, полукруг. То есть оно уже сюда крепиться нормально не будет. Вот, так у меня еще рама сверху такая, вот видите, плоская, потированная называется. Скажем, а на любой другой велосипед с круглой рамой, так оно вообще обляжет сразу. Передняя сторона как-то еще держится, а сзади вот стало полукруглым. А надо, чтобы было плоским, чтобы хорошо закрепилось, чтобы я не волновался за телефон. Понимаете? Вот. Вот, вот я даже пальцем проверяю, оно не дошло до конца, не закрепилось. Вот такое изделие, которым я восхищался, а при реальной установке китайщина, китайский мозг, он до конца додумать не может. Вот поэтому они и копируют у европейцев все, да, и Mercedes, и BMW, и все машины. Потому что кроме того, чтобы качественно шить, это они уже научились, надо еще и придумать так, чтобы оно не болталось, не висело. А есть понятие эргономики, да, как пользоваться этим вещью, этой вещью. Придется Диме за китайцев сейчас какую-то плоскость вот сюда, какую-то, ну, и в принципе, и они могли бы вот здесь сделать надрез, да, и туда просто вставлять, как в сумках, знаете, такую просто плоскую, даже ДВПшку какую-нибудь. Тут же веса никакого, тут будут лежать там очки, пауэрбэнк, ключи. Такое, ну, камера будет лежать. Самое такое легкое все, да. Тут ничего тяжелого не будет. Поэтому даже любой плоский сюда ДВПшку такую вставили вовнутрь. И все. И оно и тут никуда не денется, да, потому что держит. А тут было бы плоско и хорошо ставилось. Вот это придется сейчас Диме доделывать. Такой нюанс. Вот. И еще один нюанс, который мне придется... с нижним креплением. Я пока даже не решил, но что-то надо, да?
подкладывать, чтобы оно здесь плотненько держалось и не болталось. Ну вот, то, что всплыло сразу при установке, что вот так купив, сразу ехать довольно... Не, ну можно, конечно, но вот приложил, как бы никуда оно не денется, не улетит, ничего. Вот. Но хотелось бы, чтобы это было прочнее, серьезнее и не допиливать все это своими руками. Все, продолжаем.